Фальшиво минетчик тупо, блядь. Ну, поэтому армлет обужу правой рукой. Не вижу тебя. Где ты? Где ты? Где ты? Вот он увидел, увидел! Сука, сосать, блядь. Амулетчик. Почему я один? Может, потому что ты долбоёб с 4000 хп, сука? Может быть, поэтому ты впереди стоишь? Не знаю, по-моему, Эмбер сейчас вот именно до 18-й какой-нибудь минуты это очень сильная машина, которая наносит миллион дэмэджа. После 18-й минуты начинает проседать. Привет. Да, может, Эмбером керри попробовать? Это тест, ребят. Если я сейчас насосу писюн, сильно не гнобите. Потому что я готов насасывать писюн. Именно поэтому я взял Эмбера. Ну, типа, я не хотел просто брать Урсу. Все это понятно, это слишком изи. Типа, брать Урсу, Джаггера. Ну, Джаггер в бане, наверное, да? Чтобы убивать яйцо. Это как бы всем понятно. Но мне хочется затестить Эмбера в легкой линии. Потому что, ну, раньше, помните, года два назад Эмбер в легкой часто пикался. Надо посмотреть, что он сейчас может. То есть, именно Эмбера захотел сейчас затестить, потому что у него есть True Strike. То есть там фантомка, у меня есть True Strike. Почему бы нет? Так, ну что, против нас Шейкер и Феникс. Как бы это два силовика, как вы знаете, я думаю, да? И, соответственно, у них будет очень много здоровья. Да, по армору у них не так все круто. Хотя, опять же, Шейкер 2, Феникс 0 плюс 2. Но, не, армор у них все-таки есть. Мне надо фисты взять. То есть я даже на легкой линии буду качаться через первый, второй. ФБХа. А, ну это в харде. Я думал, мидер сдох. Нахуй, блядь, в лес пошел, это, блядь, бред, нахуй. Бьем-бьем. Я просто пару раз на Эмбере играл, знаю всякие фишечки, прикольчики там. И пользуюсь ими, естественно. Не, конечно, в рейсбенды на ловкачей сейчас они вообще прям... Это самая топ-тема в этом патче. То есть брейсер и нулики, они не так хороши, как в рейсбенды на ловкача. Просто, прикиньте, 6 к скорости атаки, еще и 8 к ловкости. То есть я за один в рейсбенд получаю 14 скорости атаки плюс дэмэдж. То есть 2 в рейсбенда это старая ПТ-ха. Почти. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ебашь, ебашь его. Хорошо. Нормально, питбайтили. Давай, давай. Хорошо. Я фласку потратил, но опять же, если бы я ее не потратил, я бы сейчас от шейкера умер. Благодарю. Рубик, красавчик. Вот, ну чё, ПТ-ху, наверное, yes, надо. Найс, nice, ребята, найс, nice, катаете. О, видите, уже нытьё началось. Уже кто-то плакает. Как управлять? Стоять там мне Акси ничем не поможет. Меня просто убивает Дазл. Я ухожу, а Акса убивает. Но так, у нас кто-то сосет очень крепко. А баунти бы так. Нужен был рейнджовый стан, рейнджовый контроль, еще один. Нет, у меня это, блядь, уже нытье в команде, нет. Понимаете? Так, а что там у Феникса? Третий левел. Блин, ну мне не хватит. А, нихуя себе. Нихуя себе. Дазл снизу. Что тут Дазл делает? Нам тут и без Дазла нормально стоялось, как бы. Ебучий, вонючий. Что они делают, блин? Ну, у нас трое, там фантомка одна на топе, парни. Предлагаю вторым левелом против пятого стоять, блядь. От этого вторым против четвертого. Типичный. Ну, это я не знаю. Нам нужен был нормальный оффлейн. Со станом, говорю, с ренжом. Или с контролем еще одним. Уже сосем, пацаны. Ебать крыса на дазле. Сосать, рак. Сосать. Вы понимаете, крыса тупо зашкерилась у нас за башней и хотел дядю убить на Эмбере. Вы понимаете эту крысиную морду хитрющую? Такие крысы в доту играют в последнее время. Нет бы по-честному все делать, блять. Ну, зайти там вот это вот, подраться на мужика. Нет, что-то крысят по лесам по своим. Там макака пишет энд уже. То есть там, не знаю, там уже у нас нытики, у врагов нытики. Это рейтинг нытиков, понимаете? Там чувак ноет, у нас чуваки ноют, потому что их в харде задушили. Что вообще... Блять, давай помогу. Ну, сейчас я возьму, если шестой, то я убью шейкера моментально. Что ты бревном машешь, придурок? Я тебя сейчас убью. Дебил, блядь. Что там машет, машет, блин, своим бревном тупым. Дебил. Придурочный, сука. Стример, блядь. Так куда ты, блядь, собрался, посмотрите. Сука? Посмотрите. Бля, ну с маной проблема, я не знаю, надо что-то делать. У меня, типа, 260 маны осталось. Го убьем этих двух лохов. О, лохи ко мне. Сейчас ну возьму, будем на лохов. Ультимейт. Одного лоха взяли за говно.
Не, ну я не знаю. Это хуйня. Затея была. Иду, 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 иду. Дерись, дерись. Мне надо на базу за маной, я вернусь. Пиздец. Да идите нахер. Просто. Хуйню сделал я. Похуй, надо идти до Талова уже. Ну все. На миде 5. На миде 5 героев. Я хуйню сделал, мне надо было ремена. Ну я просто жадный, я захотел шейкера убить. Мне надо было ремена сюда откидывать и улетать. А я захотел убить. Понимаете, в чем прикол? Шейкер теоретически. Ох, красиво. Ладно, моя смерть не напрасна. Можно себя успокоить, шейкер умер, уже хорошо. Но с другой стороны, опять же, они в пятером в мид стянулись. Дашь крест. Шейкер в мид. Ебать. Короткий у меня. Это плохо на самом деле, брат. Куда, куда, куда? Я ушел, я привязал и отошел. Это... То есть, как бы, да, я убиваю, да, у меня 7-1, то есть, понимаете, да, он фантомка. 1-0-1, 10 уровень, хотя уже, может, 11. Понимаете, у меня, как бы, 7-1, а у меня 8 уровень до сих пор. То есть, не находите, что как-то хуйня какая-то? Какой рукой обузишь армлет? Правой, братан. Осторожно, мышка я в правой стреляю. Руке. Пил, бинт армлета на бинде, блин, на боковой клавише мышки. Они понял? Ко мне все стянулись. Поэтому армлет обужу правой рукой. Давай пробуем бить, пробуем бить, пробуем бить. Вот этот. Блять, а ты не хочешь разрубить его? Сынок, блять. Смотрите, взял за говно. Хорошо, минус 5. Красиво, красиво. Солидно, солидно. Next, этот уже next ищет, понимаете? Обезьяна уже go next говорит. Короче, я предлагаю дедовские сборки расчехлить, попробовать все-таки дизоль плюс БФ плюс доедалу замутить. Единственное, в этой сборке огромный минус в том, что, не слушайте меня, я долбоеб. Вот в этом главный минус этой сборки. Не надо такое делать, лучше сделать манту. Почему именно манту против шейкера, вы, наверное, спросите. Во-первых, потому что сбивать, если вдруг предоставится возможность сломать яйцо, и на мне будет как котях от Феникса, чтобы снять его. Во-вторых, мне нужен армор от манты, иначе меня фантомка в один определенный момент может скрита убить. Ошибка. Живи, 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 бро. Пацаны, есть? Так все есть, ебать. Стоять, ебучий, вонючий. Ебать его в ухо. Туда. Это снова я, дядя Кирилл. Я сразу сказал, когда я первый раз на Эмбере в этом патче сыграл, то что Эмбер очень сильный в этом патче. Единственная его проблема остается такой же, как она была всегда. Мало я здоровья. Я вас понял, ребята. Мы делаем минус 4 и идем леса фармить. Я окей. только резнулся, портнулся в лесок, качнулся. Окей, ребята, я пошел. Из живых только ты был. Да, ты же один остался живой. Алло, все сдохли. Пизду вас мутно, охот. Вы понимаете, блядь, тут играют самородки. Тут. Тут тупо самородки шпилят. Не вижу тебя. Где ты? Где ты? Где ты? Вот он увидел! Увидел! Сука! Сосать, блядь! Амулетчик. Фальшивоминетчик тупо, блядь. Почему во вражеской команде ноет обезьяна, у нас ноет кунка? Ебать, хороший герой кидает даггеры с пизды достает их? Или откуда они? Пробуем. Соло. Ебать, а можно? Не, нельзя. Я хотел улететь уже на реминант, но слишком долгий стан заехал. 1370 хп, но это вообще пиздец, как несерьезно, я не знаю. Ой-ой-ой, как красиво.
То есть, понимаете, очень мало хп. То есть 1370, когда заканчивается щит, да и вообще, когда прилетает какой-нибудь крит от фантомки, даже мои 19 армора, там минус 9 от дизоля плюс таланта, да, итого, ну, 7,3, 10. Минус 10 от фантомки, итого у меня 9 армора, и это пиздец как неприятно. Не знаю, по-моему, Эмбер сейчас вот именно до 18 какой-нибудь минуты, это очень сильная машина, которая наносит миллион дэмэджа. После 18 минуты начинает проседать. Привет. Подожди, тут сепаратист сидит. Стопэ. Ах ты, сука, птичий гриб. Как-то он слишком иди. Зашел порядок, можно пушить. А, байбекнулся, значит драться хотят. А это значит, что можно пипбайтить на иллюзию. Смотрите. Отлично, изи, блять. По строте тупо. Только, правда, моя команда не знала о моей строте, и она пошла сдохла. Не, ну я живу и все на этом. Ребят, я ушел. Там, короче, раненые остались сильно, но я зассал. Связал фантом. Фантомка не может драку выйти. Прикол, да? А вместо крита мы что имеем? Хуяру за щекой, правильно, блядь. Сейчас шейкер с ультом летит, надо чуть сменить обстановку. Ну блин, у меня крит сейчас на 700 по фантомке выпал, но что-то маленький какой-то. Ебать, это прикол какой-то. Хорош, все, Феникс без байбека, наверное. Блять, ну где, сука, второй крит? Короче, мне надо как-то на базу гнать, потому что я сейчас еще один крит поймаю от фантомки, и это все будет. Кумки вообще похуй, типа. А, нет, пизду тут. Почему я один, ребят? Потому что куб стоит, братан. Но у меня 1000 хп. То есть я не ты. У меня не 4000. Почему я один? Почему я один? Может, потому что ты долбоёб с 4000 хп, сука? Может быть, поэтому ты впереди стоишь? Блять, я проебал жизнь свою, блять. Блять, я, короче, проебал фисты с вторым скиллом. Ну, второй с первой проебал, сейчас можно было бы пробовать убить. Блин, Кунка не понимает, что мы не можем яйцо сломать. И мне нельзя вообще подходить драться почему в миле. Никто не бил яйцо, кроме меня. Блять, какой же тупой. Ну, если я стану с тобой бить яйцо, влетит шейкер на нас двоих, и я умираю сразу, вот как сейчас. То есть я как только иду в миле драку, по я сразу ты умираю. Яйцо не бил и умер. Ну да, потому что пошел тебя спасать. Эмбер, это герой, который стоит сзади, и это герой двух фистов. Не то есть даешь два фиста, все, и ты бесполезен. То есть идешь в мили драку, сразу умираешь. Пробуем? Бей-бей. Хуевая идея. Хуевая идея, шейкер дед. А? Кунку спасать надо. Спать нам хуёво, конечно, этот Феникс, он тупо решается анимом и рефрешером. Ну отойти надо с круга, я как со минимум. Спины захожу. Без яйца добил. Руби! Хорошо. Что, блядь, не сходит эта идея? Это один. Вот этого. Я с байбека. Можем по миду попробовать. У них байбеков теоретически не должно быть. Мы можем трон попробовать сломать. У нас вижен есть? Сагрик можно. Сагрик можно. Ебать. Все по пизде пошло. Это я доначил. Хорошо. Клип проверил. Как я могу, блять, чат вернуть? Если, ой, смотреть чат, если у меня тупо драка. Тут игра просто уже на выживание, скажем так. Пизда, Кунки. Ну что ж там делал, брат? Ладно, теперь до дефа. Ну, рефрешер у этого. Ничего-ничего, живем. Можем и с меня крипами играть. Ебать, два крита с двух ударов, да? Узнаю.
БМ, прожми БМ, Макс. Еще яйцо. Сколько у него яиц? Может, у него 3 яйца, он вообще человек? Бля, я не знаю, где дэмэдж. То есть дэмэджа миллион имею, а его нету. Где, блядь, дэмэдж, алло? Ебучий, вонючий, где урон? Бля, ну пиздец, что сильно. Плюс 3 атаки. 14 атак нужно для уничтожения яйца, понимаете? Это невозможно в нашей битве. Куда за минус? Надо улетать, короче, у нас сейчас. Какая конченная фиссура. Ебать, что происходит нахуй? Это апокалипсис, блядь! Спасибо за игру, пацаны. Ебать, апокалипсис. Блять, ну я внес, я как и говорил, я топ-1 хера дэмэдж на карте. Тупо 80 тысяч урона, но этого урона мало. Это проблема, как в 2015 году, из-за чего я перестал играть на Эмбере. То, что ты как бы бегаешь, у тебя вроде бы 5-6 слотов, слоты на дэмэдж, даже рапира, но ты все равно не можешь убить людей. То есть 80 тысяч урона, пацаны, вдумайтесь, 80. Я взял, затестил Эмбера, в принципе, на легкой линии он неплох. Просто по пику здесь Эмбер не нужен. Яйцо бить нечем, грейв от Дазла и вообще обезьяна с полем. То есть вообще нечем драться. То есть Эмбер в другом бы пике, это была бы изи победа. Охренеть, 161 тысячу станковал. Красиво.